шикарный пляж. Угу. Озеро Мелорин, шикарный пляж. То есть здесь озеро есть, получается? Угу. Да? Вот это большое Мелорин, точнее даже не озеро, фактически морской пролив. Угу. Это к Балтийскому морю оно относится, правильно? Да? Друзья, всем подчангус. Мы находимся в гостях у Джона Карнафогена. Вот. Город Стокгольм. Экспромтом. Да. Бардак, как видно, все не убрано. Студия, видите, вот такая вот. Здесь создаются шедевры. Возможно, будет. Пока еще вряд ли, конечно. Но ничего, скоро приедет компаньон, да, Ша. Да, 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 да. И начнется новое течение, новое веяние, новые мысли, новые идеи будут. Жизнь пойдет. Тем более компаньон с России будет. Новый взгляд. Новый взгляд. Да, все вещи. Мне самому интересно посмотреть реакцию. Она будет со своей стороны, а ты будешь со своей шведской стороны. У нас уже были некоторые, ну не споры, а расхождения во взглядах. Ага. Вот. Я говорю, вот тут у нас вот так хорошо вас помню. Нет, у нас вот тут хорошо, а у вас вот тут. Ну, хорошо, конечно, но у нас все равно лучше. Уже были разные взгляды на некоторые вещи. Но она уже была, да, в Стокгольме, Швеция? Да, много раз. А, много раз, ага. Такие вот дела, друзья. Судья, сидим, пьем кофе, общаемся. Сейчас поедем в город, в какие-нибудь интересные места. Покажу вам, как тут шведская жизнь проходит у нас. Кстати, могу сказать, смотрите, у Джона какая камера сильная. Ну, камера как бы камера, а батарейка, смотрите, какая. То есть она... Сколько здесь было времени? Здесь 3000 мега... Как это называется? Миллиампер часов. То есть она в 6 раз больше, чем оригинальная батарея, которая стояла... В 6 раз? В 6 раз. Ничего себе. Больше объем. Это получается... Ну, почти 6 часов. Около 10... Без перерыва. 10 часов, 9 часов. В зависимости какого качества. На высшем качестве а. 6 часов. Да-да-да. Угу. Но все равно сильно вообще. Такой. Это ты по интернету ее заказал, да? Да, по интернету, в магазинах тут не нашел. Угу. Я тоже такой не видел, впервые да, вижу. В магазинах, наверное, нет. По интернету. Потому что если бы такую я увидел, я бы ее давно уже взял бы. Но у меня пока камера сломана. Вот, поэтому... Ну, я думаю, скоро мы ее как починим, если она, конечно, починится, или другую возьмем. В любом случае, вот такую прибалдушку надо будет взять. Вообще, район сам тихий у тебя. Спокойно, да, Джон? Парковка бесплатная, около дома. Бесплатная парковка? Да, угу. До центра, до всех магазинов. Мы сейчас заедем туда. Угу. До центра пешком 5-7 минут. До пляжа 10 минут. Вот. А в центре все магазины есть. То есть можно в город вообще не выезжать. Угу. Все купить прямо здесь. Вот. И заправка, и ремонт машины, и мебели, и строительные магазины. Все тут есть. Продовольственные 3 штуки больших универсамов. Все есть. Вот. Так что мне это место нравится. Не сразу к нему привык, конечно. Угу. Мое любимое место до этого было Густаберия. Угу. В городе Коммуна. Это далеко, близко к центру или как? Это южная часть Стокгольма. Примерно угу. В таком же расстоянии от центра, как вот я здесь живу. Угу. Только я живу на севере Стокгольма, а это на юге Стокгольма. Угу. Вот. И там одно есть один небольшой минус, что в Густаберии, вообще в Эрдюкому, можно добраться только автобусом. Туда метро не ходят. Первый угу. не метро не ходят. Угу. Это единственная проблема. Но автобусы ходят один за одним, скоростные, они там идут без проблем, да? Без остановок, там, да, вот такие скоростные, которые туда. 20 минут то же самое, что 20 минут от меня до центра, что с Густаберии до центра тоже 20 минут. Нормально. Но там, что мне нравится, там горы, там природа мощная, озера тоже все такое. А, в таком стиле, как да, такая... деревенский стиль, да, можно да, сказать, да? Да, деревенский uh-huh. стиль, и такой городишко тоже такое uh-huh. небольшой, много частых домов. Вот. Ну, мне нравится больше деревенский стиль. Я даже вот, как ты знаешь, квартиры в центре очень дорогие. Uh-huh. Даже мне сказали, вот давай вот, за ту же цену, что эта квартира, uh-huh. селиться в город, я ни за что. Uh-huh.
Uh-huh. Пусть там они дорогие, все как бы центр, но мне здесь больше нравится. Спокойнее. Природа, спокойнее, тишина. Uh-huh. Ну, у них природа здесь везде. Природа везде. Везде. Да. Они реально смотрят. При том, какой воздух у них. Да. Это же удивительно, воздух тут стоит. Да. В центре города ты находишься, а как будто бы в лесу где-то. Uh-huh. То есть, это же тоже... Ну, много парков тут, да, везде вода, опять же, эти большие пространства такие незастроенные, да, как бы. То, что интересно, каждый район Стокгольма, он находится как бы отдельно друг от друга. Uh-huh. Они разделены лесными массивами обязательно. То есть, uh-huh. всегда из одного района переезжают в другой, обязательно между ними будут... Лес, да, должен быть? Лесом, да, в парке. Много зелени. Не вырубают они, в общем, нет, это все. Нет, все это, да, очень тщательно сохраняется, очищается от старых деревьев. Вот, в общем. А здесь у нас вообще вот этот наш лес, uh-huh. он считается заповедной зоной, как заповедник. Uh-huh. Тут, тем ничего более, себе. Очень строгое отношение. Все это ухожено, дорожки как бы сделаны для бегунов, для прогулок, заасфальтировано все, освещение. Вот. То есть можно ночью по лесу гулять, по лесным дорожкам. Угу. Везде столбы с фонарями горят, все освещается. В лесу, да? Ну, в лесу. Ага. Нормально. В общем, безопасно можно ходить ночью по лесу. Я вот помню, даже не так давно вечером пошел с камерой прогуляться вдоль воды, там потом в лес зашел. Угу. Вот. И что, ну, шведы, как знаешь, любители спорта, побегать там, то да сё. И в основном, что интересно, девчонки. Ночью, ну не ночью, но уже поздно довольно-таки, uh-huh. фонари горят. И вот одна девчонка бежит, вторая девчонка по лесу, не боятся ничего. Uh-huh. То есть все спокойно, все нормально. Да, что, друзья, попозже продолжим. Так, у меня осталось 20%. Пока выключаюсь. У нас зато есть вот такая камера, так что сейчас ждите много-много интересных видео. Да, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.